Загадочная смерть в больнице Запорожья. Информации об этом инциденте немного. Известно лишь, что неизвестный облил парня жидкостью с едким запахом. Но пострадала 27-летняя девушка, которая проходила мимо. Она потеряла сознание, пришлось вызвать скорую, но спасти пострадавшую не удалось. Она умерла в машине скорой помощи. Кто нападавший, что за жидкость он использовал, сейчас неизвестно. В больнице происшествия комментировать отказались и молчат пока в полиции тоже. Здесь были все и полиции, и МЧС, и скорую помощь вызвали, потому что, к сожалению, молодая женщина, которая шла в это время как раз в самый пик распыления, произошло реакция у нее на это вещество.